Здравствуйте, дамы и господа, уважаемые любители и профессионалы боевых искусств. Я Роман Карасик, и вы смотрите YouTube-канал «Планета Дзюдо» и нашу рубрику «Библиотека боевых искусств». Сегодня я хочу познакомить вас с интересной книжкой, которая называется «Секреты здоровья и фитнеса. Откровения мастеров боевых искусств». Вот такая книга. Авторы этой книги Клаудио Эдвап и Роксана Стандефер. Книга издана в 2003 году, издательство «Грант». Я думаю, возможно, ее найти в продаже. О чем говорится в этой книге? Во-первых, я хочу вначале здесь зачитать вам некое послание, которое для кого эта книга. «Всем сенсеям и здравствующим поныне и ушедшим, особенно сенсею Уэнсею, который научил нас просто дышать, расслабляться, улыбаться». Вот такое интересное начало у этой книги. И давайте небольшую хочу прочитать аннотацию, как всегда, к этой книге. Известные мастера восточных единоборств Клаудио Эдвап и Роксана Стандефер рассказывают о традициях школы Го-Рин-До, дружественное боевое искусство. Книга предназначена мастерам боевых искусств всех стилей, а также тем, кто интересуется физическим воспитанием, здоровьем, целительством и, разумеется, культуры и философии Востока для широкого круга читателей. На самом деле книга небольшая, но довольно интересная. Здесь, если мы сейчас откроем оглавление, то мы увидим, что здесь, во-первых, порядка 250 страниц, и книга разбита на 9 глав. И я хочу вам тоже прочитать эти главы, чтобы вам тоже вы имели какое-то представление, о чем говорится в этой книге. Почему это большой секрет? Простое искусство дыхания. Держите линию позвоночника. Гибкое тело, гибкий ум. Жизненно важные точки, которые нужно лечить и защищать. Гармонии энергии Киай. Выносливость, сила, скорость, что такое самооборона и глава под названием «Воспитание духа». Вот такие главы, ну, я думаю, что они уже сами о себе говорят и будут полезны, и эта книга имеет большую информационность. Вот, допустим, есть различные картинки, также она имеет не только текст, но также и иллюстрации в виде рисунков, различных упражнений, которые можно выполнять как самостоятельно, так и в тренировочном процессе. Конечно же, эта книга не центральная книга в серии большого мира книг о боевых искусствах, но в любом случае она достаточно интересна, можно почерпнуть много информации из этой книги. И еще хочу, закончив обзор этой книги, прочитать выдержку в конце, на последней странице обложки этой книги, что написано. «Боевые искусства – это нечто большее, чем удары рукой и ногой. Они внесли огромный вклад в наше понимание здоровья и фитнеса. Авторы этой полезной книги возвращаются к истокам и исследуют историю, философию и духовность боевых искусств. Из этих традиций они выделили практическую информацию и простые упражнения по дыханию, гармонизации тела, силы и гибкости, чтобы представить их широкой публике». Итак, дамы и господа,
Уважаемые мастера боевых искусств, представляю вам книгу «Секреты здоровья и фитнеса. Откровения мастеров боевых искусств». Я думаю, что эта книга займет также достаточно почетное место в библиотеке боевых искусств каждого мастера или того человека, кто практикует, изучает или хотя бы хочет начать изучать боевые искусства. Она всегда будет полезна. Рекомендую.